Чисто. Майя постоянно с кем-то воевали. То с другими индейцами, то друг с другом. Вот статуя одного майянского правителя. Видно, хороший был правитель, раз так... Ну чё? Невкусная ли? Видите, смысл был просто это. Расколупай. Не вкусно? Вот тут еще посмотри. Давай почищу, мам, тебе. У меня уже арахиса начистил. Совсем не вкусно. Ты плюешь-то зачем? Кто придумал эти орехи? Фу! Дай попробую. Фу! Возьму тебе орех. Нет, я себе возьму, ладно? Не, ну, мне. Съешь. Мне. Тебе? На. Теперь понятно, почему правители... А, не вкусно. Я могу съесть? Фу! Вкусный врешь.